Добрый день, друзья! Как ваши дела? My name is Natalie. On my channel Natalie Practical Russian, I tell your real story in Russian. Today I'm going by train from Minsk to St. Petersburg. And in this video I want to tell you about my trip. If you're interested, keep watching. If this is your first time on my channel, download my free book. Click on the link below and I will send to you my free material. That's a survival kit. Now come with me to railway station. Я на вокзале. Я на главной площади, и это железнодорожный вокзал. Я еду из Минска в Санкт-Петербург. Опс. Я на вокзале. Что на вокзале? Угу. Ой, это большой вокзал. Обычно я плохо ориентируюсь на вокзалах. Так, третий этаж, путь 2-8, зал ожидания, третий этаж. Хорошо, выход на платформу 1. Я не знаю, какая у меня платформа. Это информационное табло и есть кассы. Что еще? Туда туалеты, кафе, магазин. У меня уже есть билет, поэтому мне не нужны кассы, но в кассе я могу купить билет. Я купила билет заранее, я купила билет онлайн. Информационное табло. Я хочу проверить мой поезд. Сейчас 18:03, мой поезд. Номер 52, Брест-Санкт-Петербург. Нумерация с головы поезда. Время прибытия 18:27, время отправления 18:44. Путь 3, платформа 2. У меня путь 3, платформа 2. Отлично. Теперь у меня есть информация. Туда путь 1, 22, 24. Туда путь 2, 13. Мне нужно идти вниз, но здесь есть эскалатор вниз, кассы. Да, у меня уже есть билет, я купила билет заранее, но мне нужно показать мой паспорт. Паспорт – это основной документ. Кассы, зал ожидания, выходы, лифт, туда метро. Пути 22-24, камера хранения, выход и туалет. Есть небольшие магазины, где можно купить воды или что-то в дорогу. У меня есть вода, мне не надо. Путь 2.13, мне туда. И я могу проверить мой поезд здесь. 18:44, Брест, Санкт-Петербург. Путь номер 3, платформа номер 2. Сегодня пятница, 28 мая, время 18:06. Идем. А, номер 52, мой поезд. Угу. Путь 3, вторая платформа. Мне сюда. Я на платформе. Платформа или перрон. И это путь. Путь, где едет поезд. Да, у меня путь 3, 3А. Мой поезд. Брест, Санкт-Петербург, 3А. Время отправления 18:44. Когда я покупала билет, время тоже было 18:44. Значит, поезд будет вовремя. Он не опаздывает. Это ночной поезд. Я еду ночью и я буду в Санкт-Петербурге завтра утром. 7:55. У меня также есть багаж, чемодан и сумка, но это не важно. В самолете это важно, здесь это не важно. На платформе много людей, на другой платформе пусто, да. Потому что нет поезда. На этой платформе скоро будет поезд, поэтому много людей. Люди ждут поезд. С другой стороны, на пути 2 стоит поезд. И люди садятся в поезд. Да, я тоже жду мой поезд.
Вот такой поезд. Подъехал мой поезд. У меня вагон номер 3. Мне нужно идти туда дальше. Начало поезда. Есть сомнение, что он скорый. В билете написано скорый, обычный старый поезд. Я не очень люблю такие поезда. Я в поезде, у меня нижнее место, и мы едем. Есть столик, мой паспорт. В поезде много людей. Это коридор и плацкартный поезд, потому что нет купола, нет дверей, да? Есть верхнее место и нижнее. У меня нижнее. Это плацкартный поезд, потому что здесь нет купе, нет дверей. И есть табло, температура, время и туалет. Это зона для туалета. Место для мусора. Вот как я выгляжу. Туалет, женский, мужской, зеленый, свободно. Вот такой маленький туалет. Раковина, кран, мыло, бумага. Слив, унитаз. Вроде все показала. Открываем. И здесь тамбур. Это тамбур, где обычно люди курят. И можно пройти в другой вагон. Если нажать на кнопку «Открыть». Да, здесь есть верхние полки и нижние. Люди сидят и люди спят. И здесь есть кипяток. Это чай. Чтобы сделать чай и печенье. Разные печенья. Там. Еще один тамбур. Ага. Тоже там кнопка открыть, где другой вагон проходит. Все. У меня нижнее место, номер 45. Вот есть такой столик, место у окна. Это платформа, вагон. Нет купе, нет дверей, да? Есть верхнее место и нижнее. Люди пьют чай, это такой символ, такая кружка символ. Идет девушка, которая отвечает за этот вагон. Кто-то заправляет кровать. Вот такая атмосфера в русских поездах. Да, дают вот такое постельное белье. Я уже открыла. Здесь есть полотенце. Наволочка для подушки. Все. Запечатано было, запечатано. Одеяло и простыня. Я в Санкт-Петербурге утром. Я приехала в Санкт-Петербург. Пока-пока. Я на месте. Это вокзал. I want to repeat for you some useful words. Железнодорожный вокзал, железнодорожный вокзал, станция, станция, поезд, поезд, вагон, вагон, номер вагона, путь, путь, платформа, платформа, перрон, перрон, кассы, кассы, билет, билет, зал ожидания. Зал ожидания, камеры хранения, багаж, багаж, отправление, отправление, прибытие, прибытие, ночной поезд,
ночной поезд, плацкартный вагон, нижняя полка, верхняя полка, купе, купе, место у стола, место у окна. Today I have 6 questions for you. Номер 1. Вам нравится ездить на поезде? Вам нравится ездить на поезде? Как часто вы ездите на поезде? Как часто вы ездите на поезде? Номер 2. На каких поездах вы обычно ездите? На каких поездах вы обычно ездите? Скоростной поезд, обычный, компания. Номер 3. Вы легко ориентируетесь на вокзале? Вы легко ориентируетесь на вокзале? Номер 4. Какое место в вагоне вы предпочитаете? Какое место в вагоне вы предпочитаете? Место в купе, место, где есть столик, нижнее, верхнее место. Номер 5. Вы берете с собой еду или воду? Вы берете с собой в поезд еду, воду? Номер 6. Что вы обычно делаете в дороге? Что вы обычно делаете в дороге? В дороге значит в поезде. Когда вы едете? Very good. Did you like this video? My mission here is to help you learn new Russian phrases. I really hope you learned something new today. And click on the link below to get my free material, okay? The link is in the description section. I wish you a good day, good luck, увидимся в следующий раз, пока-пока!